Всем привет, с вами Информ-ТВ. Несколько минут назад стало известно, что ушел из жизни заслуженный российский артист Александр Жданов. Ему было 70 лет. О трагическом событии сообщил театр на Литейном. Именно там артист служил почти 45 лет. Имя Жданова знакомо всем любителям театра, особенно тем, кто живет в Санкт-Петербурге. Всего у актера было больше 40 ролей в популярных спектаклях. В марте должен был пройти творческий вечер, посвященный актеру. К сожалению, Александр не дожил до этой памятной даты. В театре говорят, что причиной ухода актера стала затянувшаяся болезнь онкологического характера. При этом он участвовал во всех событиях театра и был оптимистом, верил в лучшее. Любители кино тоже могут знать артиста, например, по сериалу «Улицы разбитых фонарей» и картинам «Агент национальной безопасности», «Емельян Пугачев», «Ветер странствий», «Сицилианская защита» и многим другим. Мы приносим соболезнования родным и близким артиста.